тұрғанда ебет болырға тиіш. Араластырып отырғанда аның көзлері андағы тешіліп шыға. Түсі өзгері матурлана, әмінде иртелгірі оңышына да арттыра, ера ойлаштырған уақытта. Мәдина апа келішмеді әлі сіздің бұлан? Мен келішмеді. Бәрінге ол үйсе башы жер жылыңға шықына меніңше. Әлі жер жылыңырға әлі иртелгірі. Уақыт бар енді. Шатнадан дедім мен. Бүгін екінші майлар, үшінші майлар. Шатнадан 20-ші майларға тұр келе. Бұл бәрінгіні ұтыртыттырған уақыт қазір. Біз бұтырданда 2 сағат сөйлестік бақшашылар білен. Бақшашылар қанағат сортлары бар біздің республика үшін керекілі. Хатта Татарстан ауыл қызағы фонетик үшін институтында шығарылған 2 жаңа сорталар тақдым етелер. Фарсила бай, мұңыш алуда жер кішілер үшін бұ язда нәрсе таяну нұқтасы болырға тиеш, сіздің фикіріңізше? Таяну нұқтасы болырға тиеш білім бірінші сиратта болған тәжірибе, бақшашыларының айтық тәжірибесін, олар мен сілерген уақытта, олар мен қатнашып кетелер, өздерің тәжірибесі білен ұртақлашалар. Оларының тәжірибесін жеткірген уақытта барлық бақшашыларға. Біз енді оңышына арттыралар. Біз ендігін алар ұсылларын сынап қорамайлар. Хәм тұрышлық дейбіз түйсі келе, Фарсила бұл. Шынке тұрыш мешіғына қырда да, бақшада да бір нәрсе де өстіріп болмай. Хәм мұай бәйрәмлерінде де идея атмағыз, бақшаларға шығыз деген тілекте сабылаша, біз есен емін болығыз. Пятого мая в центре грибных видов спорта ждем вас на центральный субботник и день посадки леса. Убираем, отдыхаем, приносим макулатуру, батарейки и электролом. Выступление артистов, призы, полевая кухня. Айда выходи! Эковесна 2018. Снова в Казани. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Почему я выбираю Берекотлет? Потому что вкусно. Потому что натурально. А значит полезно. И недорого. Молоко и молочные продукты Берекотлет. Радость выбора для всех. Этим летом Театр оперы и балета приглашает всех ценителей классической музыки на международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань». Грандиозные постановки в исполнении признанных артистов мирового уровня на сцене Театра оперы и балета. Билеты в продаже с 25 апреля. Спешите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости. Аналитика. Эксклюзив. Реальное время.рф. Для лиц старше 16 лет. А на тебя, мерзавец, сил уже не осталось. Удивительный дом построил Джонатан Свифт. Когда случилось это? Сегодня, как обычно, в 5 часов. Дом, в котором реальность сливается с вымыслом. Сумасшедший великан Глюм хочет сразиться насмерть с рыцарем Ланцелотом. И каждый раз нужно самому определить, что есть истина. Не так, фантазия. Дом, который построил Свифт. Сегодня на ТНВ.
Здравствуйте. В прямом эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. Коротко о главных темах выпуска. Больше 1500 ветеранов Великой Отечественной Республики получат медаль за доблестный труд. Праздничная программа продолжится до 22:00 и завершится традиционным праздничным салютом. Как республика готовится к празднованию Дня Великой Победы, расскажет Салават Хамадулян. Халяльный сервис и президентские апартаменты. Общая цифра людей, посетивших Казань и Татарстан за этот период, будет больше 200 тысяч человек. Как Казань готовится встретить гостей футбольного мундиаля, узнал Дмитрий Аринин. Чиновники отчитались о доходах. Все должно быть по закону и прозрачно. Кто отказался от подачи справок? В репортаже Анны Городновой. Всех ветеранов Великой Отечественной войны в республике наградят медалями за доблестный труд. Такое решение сегодня принял Рустам Миниханов. В Доме правительства раскрыли некоторые детали предстоящего празднования. Так, 9 мая в Казани на параде впервые проедут танки Т-34, а бессмертный полк ждет больше сотни тысяч участников. Молодой, в военной форме, сослуживцем, это Каим Самигулин, 18 лет. Он ушел на фронт в 1943-м, в боях потерял ногу и получил ранение руки. 73-ю годовщину победы уже в 71-й раз встречает с супругой Марья. Сегодня они получили поздравления от президента. Кроме открытки и теплых слов, Каим Абыя ждет медаль за доблестный труд. Такую же награду получат более 1500 ветеранов по всей республике. Это решение Рустама Миниханова. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам Великой Отечественной войны, не входивших в состав действующих армий, таких у нас 412, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда 173 и 188 – это бывшие узники концлагерей. Медали будут вручать вплоть до Дня Республики 30 августа. Главным местом празднования Дня Великой Победы в республике и в Казани станет площадь Тысячелетия. Здесь сегодня уже начали возводить сцену. Ну а 9 мая все начнется в 10 утра. В рамках парада военная техника поедет со стороны Ленинской дамбы. А казанцы и гости города здесь впервые смогут увидеть легендарный Т-34. С этого дня начинаются репетиции. В это время Ленинская дамба и площадь Тысячелетия будут перекрываться. Подробный график сейчас на экране. Общественный транспорт традиционно 9 мая будет организован в усиленном режиме. Спецподача автобусов по завершению мероприятия будет организована на улице Левобулачной в районе переулка Кирова и на Ленинской дамбе, на дамбе возле ТАТ-медиа. В усиленном режиме 9 мая будут работать 5000 полицейских и сотрудников Росгвардии. Для контроля за ситуацией будет использоваться возможность АПК «Безопасный город». Это видеомониторинг всей территории практически республики с выводом дежурной части Министерства внутренних дел. Кульминацией дня станет шествие «Бессмертный полк». И в этом году он стартует в 3 часа дня с площади Свободы. Завершится все праздничным салютом в 10 часов вечера. Салават Мухаммадуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Прямо у стен Кремля сейчас танки, военные и знамена. В эти минуты в Казани на площади Тысячелетия идет репетиция парада Победы. Принимает участие порядка 2000 человек, 26 парадных расчетов и 10 военных машин. Рамиль Шайдуллин отправился на место, чтобы узнать, как они разместятся, чтобы все прошло максимально слаженно. Рамиль, отработана ли уже тактика парада? Да, Ян, добрый вечер. Вот так на ваших глазах продолжается репетиция парада Победы. И с военной выправкой чеканя шаг по площади Тысячелетия идут 2000 людей в военной форме. Это военнослужащие, юноармейцы и кадеты. А колонна следом — это военная техника. Но если все марширующие в сборе уже сегодня, то машин к 9 мая будет еще больше, а точнее раритетных. В этом году есть небольшие изменения, приятные изменения. Будет задействовано в параде тяжелая техника, легендарный, известный танк Т-34 и «Катюша» впервые будут участвовать в параде. Это тоже будет очень захватывающе. Я уверен, что наши казанцы, гости столицы будут приятно удивлены.
Да и, конечно, 9 мая площадь будет в разы полнее. И, наверное, все понимают, о чем идет речь. Об акции «Бессмертный полк», пройдя 2 километра. Здесь, на площади, они завершат свой маршрут. И сегодня можно говорить о 150 тысячах человек-участников. Наблюдать за всем этим грандиозным действием можно будет со стороны цирка, со стороны улиц Левобулачная и Правобулачная, со стороны Кремля. Конечно, сложно предсказать, вместят ли площадки всех желающих посмотреть на это действие. Но желающих посмотреть на репетиции очень много. Я попрошу оператора показать, сколько со стороны Кремля собралось зрителей репетиции парада сегодня. И на этом у меня все. Даяна, передаю вам слово. Спасибо, Рамиль, а мы продолжаем выпуск. От перестановки слагаемых сумма скандал. В Набережных Челнах жители заметили, что на праздничном баннере к 9 мая изображен красно-бело-зеленый флаг, то есть флаг Венгрии, который, кстати, Великую Отечественную войну воевала на стороне гитлеровской Германии. К тому же другой элемент баннера, звезду, сочли похожей на американскую. Что это, невнимательность или незнание главных символов? И как будут теперь оправдываться перед челнинцами, смотрите в 21:30. Другим темам. Россия к проведению чемпионата мира по футболу готова. Об этом Владимир Путин заявил в Сочи. Сегодня здесь он провел заседание оргкомитета. Принять в нем участие прибыл президент ФИФА Джанни Инфантино. В числе участников по видеоконференц-связи Рустам Миниханов. Обсудили вопросы готовности стадионов и других инфраструктурных объектов. Президент рассказал, что подготовка к чемпионату в сфере транспорта стала одной из наиболее масштабных. Особый акцент сделал Владимир Путин на вопросы безопасности. В эти дни нагрузка на регионы возрастет в разы, и президент попросил руководители держать все под личным контролем. Нагрузка на регионы, на вас, уважаемые коллеги, на все региональные структуры вырастет в разы. Ситуация потребует постоянного внимания и вашего личного участия в организации этой работы. Комфорт жителей, удобная логистика для гостей и спортсменов, автодорожная обстановка, культурные мероприятия. Все это забота регионов. Я 20 лет занимаюсь организацией спортивных мероприятий. И могу сказать, что уровень вашей вовлеченности и профессиональности уникален. Можете рассчитывать на меня, на ФИФА. Вместе мы сделаем этот чемпионат лучшим в истории. На чемпионат в Казани ждут около 200 тысяч туристов. Практически все гостиницы забронированы. Об этом нам в эксклюзивном интервью рассказал председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов. Также он посоветовал, что делать тем, кто захочет на время Мундиаля сдать или снять квартиру. Гостиничные сервисы изучил Дмитрий Аринин. Обратитесь, пожалуйста. Гость по стандарту должен пройти первым. Это номер категории люкс, он соответствует сертификации Halal Friendly. Здесь вы можете наблюдать картину, на которой нет ни изображений животных, ни изображений людей, а также на мазлыке, Коран. И в прикроватной тумбе есть стрелка, которая указывает направление на киблу. Таким гостиничным халяльным сервисом, включающим также еду, готовится встретить футбольных болельщиков-мусульман. К чемпионату мира 3 казанских отеля уже прошли классификацию халяль, еще несколько на подходе. Всего гостей готовы принять около 200 гостиниц разной комфортности. Единовременно в них могут поселиться почти 15 тысяч человек. Процент бронирования уже однозначно очень высокий. И большинство дней периода чемпионата он будет доходить до 100%. Пока не забронированными остались, к примеру, такие президентские апартаменты. Можете наблюдать кухню, которая полностью оборудована. Проходите, опять пожалуйста. Я, да? Да, здесь у нас спальня с двумя кроватями. Рабочий кабинет, если гостю необходимо заниматься деловыми какими-то вопросами. А компьютера тут нет, кстати? Компьютера нет, но у нас на первом этаже есть специальная зона оборудованная. Помочь гостиничному бизнесу и тоже заработать могут и владельцы казанских квартир. Для этого, правда, собственникам жилья нужно соблюсти несколько правил. Он должен либо зарегистрировать индивидуального предпринимателя, либо должен, соответственно, подать все необходимые документы для регистрации дохода. Очень важный момент – это регистрация проживающих у вас. Ну и третье, конечно, следить за тем, чтобы качество проживания оно соответствовало ожиданиям гостя. Рынок он достаточно четко регулирует. То есть вы не можете сдать, например, однокомнатную квартиру даже за 50 тысяч рублей в сутки. Тем же, кто собирается снять такую квартиру, советуют проверить, все ли из этого правильно оформлено. Очень большое оборот будет людей. То есть люди будут приезжать кто-то на один день, кто-то на два, кто-то на три. И общая цифра людей, посетивших Казань и Татарстан за этот период, будет больше 200 тысяч человек. Если с размещением туристов Казань все же не справится, на помощь могут прийти близлежащие города и даже регионы. Многие фанаты там уже забронировались. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.
К мундиалю во всеоружии. Сегодня Рустам Миниханов провел расширенное заседание по вопросам безопасности во время чемпионата мира. До первой игры в Казани остается чуть больше месяца. Президент напомнил, гарантировать безопасность участников, гостей и жителей города и республики нужно во всех сферах. Безопасности дорожного движения, обеспечению устойчивого энергоснабжения, надежному функционированию промышленных предприятий. Поддержание эпидемиологического благополучия, а также в части информационной безопасности. В то же время остался ряд проблемных вопросов. Наша задача определить имеющиеся недоработки и найти пути их решения. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Не ограничивать себя при выборе сотрудников. У меня цель научиться всему, и поварскому делу, и барменам, и официантам. Как подписанное соглашение поможет людям с ограниченными возможностями здоровья найти любимую профессию, узнавал Сергей Хайдаров. Первым делом самолеты. Здесь дают возможность детям познакомиться с авиацией. Пилоты-герои России побывали в Казанском лицее, выпускающем будущих летчиков. Как за годы изменилась летная школа, расскажет Рамиль Шайдулин. Ирада Аюпова назначена министром культуры Татарстана. Соответствующий указ подписал сегодня Рустам Миниханов. Нового министра культуры коллегам представил премьер-министр Алексей Песошин. А до этого дня Ирада Аюпова занимала должность председателя Госкомитета по архивному делу. Бесконечно человечный, высоконравственный и любящий жизнь. Сегодня Татарстан простился с Тимуром Акуловым. Он ушел из жизни накануне после продолжительной болезни. Его называли неофициальным министром иностранных дел республики. Он лично вел переговоры во время захвата советского самолета талибами в Кандагаре. Сегодня проститься с Тимуром Акуловым пришли сотни человек. Каким его запомнит Альбина Салгараева. У него был особый дар – объединять вокруг себя людей. И сегодня здесь сотни человек вновь собрались рядом, чтобы проститься. То, что делалось, Тимур Ильич, дорогой, это глубокий след и на памяти у всех нас. Поэтому словами только утешить сложно, но живым другое не дано. Будем помнить о тех делах, о том следе, тот след, который ты оставил в истории республики. Спи спокойно. Ты свое дело сделал. А след в истории не только республики, но и в мировой Тимур Акулов оставил глубокий. Его называют неофициальным министром иностранных дел Татарстана. В 1991 году он стал советником президента республики по международным вопросам. Через 4 года его назначают директором департамента внешних связей президента республики. Он с нуля создает структуру, собирает команду успешную и целеустремленную. Первые международные командировки, первые переговоры в его лице, первые иностранные дипломаты узнали Татарстан. Сегодня в зале те, кто работал с ним не один десяток лет. Профессиональные и деловые качества, они проистекали из его человеческих качеств. Он был очень обаятелен, искренен в отношениях, дружелюбен. Он был харизматичен. Все его потенциальные возможности, я считаю, полностью реализовались как и руководитель, и как организатор, и как исполнитель. Тимур Акулов был одним из организаторов спецоперации по освобождению советских летчиков из плена в Кандагаре. Вот как сам он вспоминает эти события. Для меня был самый сложный момент, это когда я первый раз приехал в Кандагар. Потому что талибы просто не хотели разговаривать. Ну ладно, ребят, тогда начнем так. Вы мусульмане, талибы, я мусульманин, знающий арабский язык. Давайте будем говорить на языке Корана. Я считаю, что вот именно этим я завоевал доверие у них какое-то. И потом уже вот в дальнейшем стало легче с ними общаться. 28 раз побывал у них в гостях. Это логово к этим талибанам ездит. Неизвестно, тебя ни самого не оставят ли там, выпустят. Это ведь неизвестно. Его запомнят преданным другом, талантливым руководителем и политиком, и просто искренним человеком. Альбина Слагараева, Ренат Сафин, ТНВ «Казань».
18 чиновников Татарстана предпочли уволиться, нежели сдать декларацию. И 7 из них уже сложили полномочия. Об этом сегодня сообщили в Кремле. Здесь озвучили рейтинг самых богатых чиновников. Кто же возглавил список, в репортаже Анны Городновой. Рейтинг самых богатых глав районов возглавил мэр Казани Ильсур Медшин. За ним глава Буинского района. На третьем месте мэр Нижнекамска. На четвертом глава Актанышского района. И замыкает пятерку глава Нурлатского района. Отчитаться о своих доходах чиновники должны были не только за себя, но и за супругов и несовершеннолетних детей. Президент лично контролирует этот процесс. Периодически он просматривает в реальном режиме те документы, которые поступают, то есть он изучает эти справки. В кабинете министров самый большой доход у председателя Госкомитета по закупкам Ольги Редько. За ней вице-премьер Василий Шихразиев. На третьем министр лесного хозяйства Равиль Кузюров. Следом вице-премьер Лейла Фазлеева и министр образования и науки Рафис Бурганов. Самым богатым депутатом в Госдуме от Татарстана стал Айрат Хайрулин с доходом в 168 миллионов рублей. Рейтинг депутатов Госсовета Республики возглавил Альберт Фахрудинов. Его доход 604 миллиона. Справки подал и Рустам Миниханов. Декларированный доход президента Республики Татарстан за 2017 год составил 7 миллионов 766 776 рублей 45 копеек. Декларированный доход супруги президента за 2017 год составил 137 миллионов 443 тысячи 911 рублей 21 копейка. 18 чиновников отказались предоставлять данные о доходах. Это 6 госслужащих из Нижнекамска, 3 человека из Тетюшского района, 4 чиновника из Муслюмовского и по одному из Рыбной Слободы, Азнакаева, Альметьевска, Менделеевска и Аксубаева. Декларационная кампания завершилась, но у чиновников еще есть месяц, чтобы внести дополнение. По итогам же сданных документов, несколько справок уже рассматривает антикоррупционная комиссия. Имена и фамилии госслужащих пока не оглашают. Анна Городнова, Марат Сетгараев, ТНВ, Казань. Шьют, декорируют и даже работают за барной стойкой, несмотря на тяжелый диагноз. Сегодня потенциальные работодатели встретились с молодыми особенными специалистами. Это те, у кого есть ограничения по здоровью. Как особенным людям найти работу по душе, узнал Сергей Хайдаров. Все ровненько делать. Ангелина Фугина держит в руках нитку с иголкой далеко не в первый раз. Раньше приходилось подшивать только свою одежду, но здесь, в колледже, начала шить еще и на заказ. Люблю эту профессию, потому что можно купить ткань и шить себе то, что нет у других. А еще здесь пекут, изучают фотоискусство и занимаются декором. В 41-м колледже по различным направлениям обучают сразу несколько групп для детей с ограниченными возможностями. Работа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья уже сейчас пользуется популярностью и спросом. Вот, например, эти декоративные розы украшали здание Госсовета 8 марта. Сейчас они заполняют стены 41-го колледжа. Кроме того, здесь есть более мелкая и кропотливая работа, как, например, вот эти макеты ферм. Работу особенных учеников колледжа сегодня увидели их потенциальные работодатели. Кто-то только присматривался к возможным кандидатам, а у некоторых уже есть вакансии. Будет организована мастерская общественная, где будут созданы рабочие места. А это уже колледж малого бизнеса и предпринимательства. Здесь дети с ограниченными возможностями и концерт отыграли, и эксклюзивные рукоделия продемонстрировали. Стало понятно сразу, спрос есть. У нас идет отработка синхронной работы. Никита Абрамов стоит за барной стойкой всего третий день. Причем делает это не в ресторане, а прямо в стенах торгово-экономического техникума. У меня цель научиться всему, и поварскому делу, и барменам, и официантам. Я никогда не сдамся, все равно научусь. Эти аплодисменты как сигнал, что мечта Никиты обязательно сбудется. Договора о сотрудничестве с директором торгово-экономического техникума подписали сразу 3 работодателя. Кроме того, теперь на базе этого техникума в Татарстане впервые пройдет конкурс «Обилимпикс». Это альтернативный вариант чемпионата WorldSkills, но только для специалистов с ограниченными возможностями. Мы сейчас готовим, по сути, документы, где колледжи и работодатели с нами, в том числе, могут провести чемпионат региональный по 40 компетенциям. Региональный этап чемпионата «Амбилимпикс» техникум примет уже в этом году. Сергей Хайдаров, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. 10 региональных трейдеров подозреваются в картельном сговоре. По версии УФАС Республики, именно они спровоцировали снижение закупочных цен на сырое молоко этой зимой. Трейдеры все обвинения отрицают. Доводы за и против выслушала Альбина Минибаева. Эта зима для фермеров стала настоящим испытанием. Закупочные цены упали до 15 рублей. И по версии антимонопольной службы, виноваты в этом 10 региональных трейдеров. Сегодня в УФАС очередное слушание, но ответчики потребовали привлечь к делу молокозаводы и торговые сети. Поскольку вызывает вопросы тот факт, что цены на сырое молоко снижаются в зимний период,
Однако почему-то цены в магазинах не снижаются, а наоборот повышаются. Торговые сети также сейчас, в настоящее время, продолжают исследоваться на предмет отдельного нарушения антимонопольного законодательства. В отношении молокозаводов у УФАС тоже есть подозрение. Возбуждено 5 дел. Но как мы можем сделать высокую цену, если заводы снизили цену? То есть как мы можем продавать молоко по цене больше, чем у нас завод купит? Но вот управление настаивает, между трейдерами все же был картельный сговор. В некоторых случаях молоко закупалось по 18,5 рублей. В это же время переработчики покупали его минимум за 21 рубль. Учитывая, что был зимний период, то есть традиционно надой снижается, а тем не менее спрос остается повышенным. Однако цена была экономически установлена необоснованная, и как раз-таки наличие или признаки совместного соглашения. Трейдеры напоминают историю о завозе сухого молока в республику. Кроме того, по их версии, этой зимой производители снизили объемы закупок сырого молока. Признавать себя виновниками в крушении цен трейдеры не намерены. Предоставленные документы и возражения еще предстоит изучить управлению. Антимонопольная служба взяла тайм-аут. Так был ли сговор между трейдерами? Узнаем 10 мая. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. И к другим темам. По улицам лося с бобром водили. Точнее, весной животные сами вышли к людям. Вот такое видео прислали нам казанцы. После затяжных дождей они обнаружили у себя во дворе бобра. Животные попытались поймать, однако это не так-то и легко. Бобер был настроен весьма решительно и в руки не давался. Еще одну картину из разряда «В мире животных» казанцы запечатлели уже возле РКБ. Здесь в панике метался лось. Почему животные покинули привычную сферу обитания, непонятно. Возможно, выйти к людям их заставил скудный рацион. Финал уже через неделю. Сегодня жюри конкурса на соискание гранта ТНВ на обучение в КФУ отобрало 6 финалистов, а точнее финалисток. Они вышли в заключительный этап конкурса. Троим победителям наш телеканал оплатит учебу. Сегодня члены жюри оценивали и эссе, и видеопрезентации. Какое испытание предстоит в финале, знает Анна Городнова. Район Кулеминдегне Тюгель, республика хэм Твек Орабейглерде де Жимуще. Логик речи присутствует. Поставленный голос, приятная внешность, умение держаться перед камерой. Жюри сегодня подводило итоги двух туров. 41 эссе в первом туре, 28 презентаций во втором и всего 6 финалистов. Выбор оказался непростым. Важна была такая составляющая, конечно же, как частота речи, потому что речь идет о татароязычных журналистах. Вот, и в этом у нас экспертное мнение вот иной раз как бы даже расходилось, и мы практически путем переговоров определили ту самую заветную шестерку кандидатов. В финал вышли 6 школьниц из Лениногорского, Огрызского, Ознакаевского, Арского и Октанышского районов. Им предстоит заключительное испытание – взять интервью в студии ТНВ у определенных персон. Список мы сообщим каждому из финалистов. Участницы должны сами узнать информацию о человеке и подготовиться. Мы рассчитываем через это увидеть внутреннюю культуру ребят, которые собираются быть журналистами. И способность найти психологический контакт с человеком. Причем не просто с человеком, а с человеком-персоной. Победителей будет 3. ТНВ оплатит им учебу в Казанском федеральном университете. Уже с первого курса постигать тонкости профессии будущие журналисты будут и на нашем телеканале. Анна Городнова, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань. Как пилоты пилотам. Сегодня летчики-герои России встретились с начинающими авиаторами Казани. Вот уже 6-й год 35-й лицей выпускает детей, умеющих самостоятельно управлять самолетом. Рамиль Шайдулин о том, как сбываются мечты о небе. Вам было тяжело работать летчиками-испытателями? Вопрос всем четверым. Героям России, своими звездами, обязанными небу, наедине со всей гимназией. Летчики Александр Крутов, Венер Мухаммед Гареев и Марат Алыков. 6-й год здесь выпускают их подрастающую смену. Выпускнику Расулу Нугаеву нет и 18, но за плечами уже сотни вылетов. Самое вот чувство запомнить с первого полета. То есть как-то воздушность какая-то появилась. Новые возможности теперь открылись. Целая школа летчиков того, кому уже есть 14, допускают до полетов. Но прежде часы и недели учебы, как в летных школах, только еще интереснее. Между школьными партами и режимом свободного полета стоят вот такие тренажеры. Легендарные малогабаритные Як-52 20 века, но перемещенные в виртуальную среду века 21-го. Здесь школьники просчитывают все возможные риски, прежде чем отправиться покорять реальные выси. Я знаю, что выпускники этого лицея, в общем-то, на расхват. То есть, как только узнают, что они учились здесь,
и в Краснодарское высшее военное училище летчиков, и в другие учебные заведения авиационной направленности. Как пилоты и пилотам, герои России сегодня рассказали, как они пришли в авиацию. Из военных училищ и летных школ к гражданской авиации и карьере испытателя. Пусть всегда был непрост, но оттого и стал героическим. Чтобы люди, вот, будем говорить, увидели живые легенды, пообщались, смогли задать вопросы. И я думаю, что пусть не все, но какая-то часть загорится, скажет именно, ну вот какая-то искорка в них проснется, и они пойдут в авиацию. Со школьных парт на студенческие пары. Сегодня же летчики встречаются со студентами КАИ, инженерами и конструкторами. И только это считают гости залог авиации, когда у штурвала асы, а в ангарах настоящие специалисты. Рамиль Шайдулин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И на этом у меня все. Впереди вас ждет прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болгарадиосы. Мы первые в Татарстане. Мы победили конкурентов. Бери Nissan по старым ценам. Сигнализация с автозапуском в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. Мая в центре грибных видов спорта. Ждем вас на центральный субботник и день посадки леса. Убираем, отдыхаем, приносим макулатуру, батарейки и электролом. Выступление артистов, призы, полевая кухня. Айда выходи! Эковесна 2018. Доступнее не будет. В автоцентре Марка новый японский Datsun всего за 79 тысяч рублей. Узнайте подробности по телефону 4-5-3-7. Пишите видеть. Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво». Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные. Здравствуйте! В Татарстан пришло настоящее лето. Местами температуры повысились до плюс 25. Но из-за северного ветра ожидается понижение температур. Подробнее после полезной информации. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой, по вашим размерам. Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Данил Мастер, город Казань, улица Восстания, 23, телефон 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Ознакаево переменная облачность и до 14 градусов выше нуля. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге температура немного ниже. Облачная погода с прояснениями плюс 10. На севере республики, Менделинске, Огрызе, Менделеевске также до 10 градусов выше нуля и осадки не ожидаются. На северо-западе, в Арске, Кукмаре, Балтасе переменная облачность и 10 градусов тепла. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Держаном солнечно и тепло, местами до плюс 18. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше без осадков и 12 градусов выше нуля. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Будет тепло и без осадков. Спонсор показа ООО «Челны Кировец» предлагает услуги по капитальному и текущему ремонту тракторов «Кировец». Производят продажу тракторов К-700, К-701 и запасных частей к ним. На предприятии «Челны Кировец» полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие «Челны Кировец» – легендарному трактору вторую жизнь. Катаракта? Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз», 273-17-17. Старейшая частная офтальмологическая клиника «Третий глаз» приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики и необходимого лечения с использованием новейших моделей офтальмологического оборудования. Всегда рады вам помочь. Адрес: город Казань, улица Спортивная, дом 3. О погоде в столице Татарстана. В Казани будет облачно, но без осадков. Температура воздуха плюс 11, плюс 13. Ветер северный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме, 760 миллиметров ртутного.
ртутного столба, влажность воздуха 60%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ. Здравствуйте, на телеканале «Новый век», программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы покажем, в каком состоянии в выходные водители садились за руль. И Ульяну обожаю, и дочь обожаю. Расскажем о жутком убийстве беременной женщины в Казани. Не хотел. Получилось. Сожитель не вынес обидных слов о своем пьянстве и нежелании работать. И целая серия крупных аварий. Прям получилось дочери в ногу. Она прям кричит, прям невозможно. Я думал, все, в конец ей уже. 5 машин пострадали в одном происшествии. 3 автомобиля протаранил трамвай с отказавшими тормозами. Это и не только прямо сейчас. Нетрезвого водителя с нетрезвыми пассажирами задержали полицейские на проспекте Имашева. Компания привлекла внимание стражи порядка тем, что они то ли толкали, то ли упирались в автомобиль, чтобы не упасть. И все это посреди оживленной проезжей части. При этом не обращая внимания на другие автомобили и чуть несколько раз не попав под колеса. С веселой компанией познакомился Рамиль Шайдулин. А вы что-то отмечали? Праздник у вас какой-то, да? У меня, да? День рождения сегодня. У вас день рождения? Да. Как праздник отмечали? Да. Веселая компания отмечала день рождения своего друга. После бурного застолья они решили то ли поменять место дислокации, то ли съездить за дополнительной порцией спиртного в магазин. Сами в показаниях часто путались. До цели доехать не смогли. Их поведение привлекло внимание сотрудников полиции на проспекте Ямашева. Стражам порядка показалось странным, как 4 человека, сильно шатаясь, прямо посреди проезжей части то ли толкали «Ладу» 14-й модели, то ли опирались на нее, чтобы не упасть. При этом никто не скрывал, что до этого они ехали. Машина сломалась у вас? Да, она просто заглохла. А за рулем кто-нибудь? Мы просто начали тормозить немножко, и все. Мы никого не ударили, мы никуда не врезались. Зачем к нам вот такой вот алкаш? При этом нетрезвая компания совершенно не обращала внимания на других участников довольно оживленного движения. И, как говорят очевидцы, несколько раз, едва не попадая под колеса объезжающих их машин. Сотрудники ГИБДД невооруженным взглядом определили, что водитель также был пьян. Однако он сам с этим был не согласен, а доказать обратное, пройдя проверку на алкотестере, отказался. Но его товарищи в тактику попытки ухода от ответственности посвящены, похоже, не были. А за рулем ваш товарищ находился или вы сами? Товарищ? А он тоже был в состоянии опьянения, да? Расстроен в этой ситуации был, видимо, только водитель. Остальным все происходящее доставляло исключительно радость. Мамуля, вот, я тебя очень сильно люблю. Я тебя обожаю. И Ульяну обожаю. И дочь обожаю. Обожаю. Я за них порву всех. Рамиль Шайдулин, Фиса Минясова, Константин Бушуев. Вызов 112. Пошел на обгон и устроил крупную аварию. На улице Шуртыгина «Мерседес» опрокинулся на бок после столкновения с автомобилем «Форд Фокус». Удар был такой силы, что машина участников аварии откинула на припаркованные рядом транспортные средства. Всего разбитыми оказались 5 машин. Как так произошло, расскажет Альбина Минибаева. Скорая помогла. Первую медицинскую помощь. Нет, но только водитель мэрса, там руку ему. После оказания медицинской помощи бригада врачей покинула место происшествия без пострадавших. Госпитализация не потребовалась никому из участников ДТП. По рассказам очевидцев, сначала столкнулись иномарки «Мерседес» и «Форд Фокус». Последний начал поворачивать с улицы Шуртыгина налево на прилегающую территорию. С левой же стороны его начал обгонять «Мерседес». Я включаю поворачиваю и все. Эту же версию подтвердили и другие очевидцы. Мерседес шел на обгон и бил, на встречку выехал. После столкновения у «Форда» оторвалось колесо, оно попало в стоящий «Рено Дастер». «Мерседес» перевернулся, ударив при этом как «Фольксваген Тигуан», так и «Ладу» 14-й модели. Объяснить свою версию владелец немецкой иномарки не захотел. Нет, не хочу. Степень вины каждого из участников аварии автоинспекторы будут устанавливать с учетом съемок с камеры, установленной на этом участке дороги. Альбина Минибаева, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.
Два человека пострадали в результате аварии в Высокогорском районе. В поселке Бирюли столкнулись «Лада Калина» и «Лада Ларгус». По предварительной версии, 27-летний водитель последний на одном из перекрестков не предоставил преимущества «Калине». Обоих автомобилистов госпитализировали прибывшие на место медики. Предполагаемый виновник отделался ушибами и ссадинами. В свою очередь, 76-летней женщине-водителю «Калины» повезло меньше. Пенсионерка получила ушибы затылочной области и грудной клетки, а также переломы. Убил свою беременную сожительницу за упреки. В Казани задержали 32-летнего Андрея Парахина. По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в грудь свою 33-летнюю возлюбленную, находящуюся на 6-м месяце. Женщина от полученных травм скончалась в карете скорой помощи. У нее остался 12-летний сын. В кровавой истории разбирался Айрат Назипов. Для всех неожиданность в нашем подъезде. Такого не было. Соседи сожители до сих пор в шоке. Они рассказали, что пара проживала вместе около 2 лет. Женщина готовилась стать матерью во второй раз. Однако на мечтах о благополучной семейной жизни вечером 1 мая поставил точку ее возлюбленный. По предварительной версии, преступление произошло в этой съемной квартире. Как считает следствие, 32-летний Андрей Парахин убил беременную сожительницу из-за упреков в свой адрес. По данным оперативников, в тот роковой вечер между сожителями произошел конфликт. Женщина стала упрекать подозреваемого в том, что он не работает и злоупотребляет спиртным, в то время как она на 6-м месяце беременности вынуждена подрабатывать частным извозом. Андрей Парахин, находясь в состоянии опьянения, обидных слов не стерпел и ударил ее ножом в грудь. В соседней комнате находился старший 12-летний сын, потерпевший от первого брака, который и вызвал на место медиков. Однако довести до больницы ее не удалось, и она скончалась по дороге в карете скорой помощи. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство беременной женщины». Сегодня мужчине избирали меру пресечения. Следствие просило оставить его под стражей. Парахин был не против. Согласна. На суде уроженец Краснодарского края отметил, что ранее уже был судим. Также рассказал о причинах своего поступка. Не хотел я. Выслушав мнение всех сторон, Советский суд арестовал подозреваемого до 1 июля этого года. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. 3 бугульминцев задержали полицейские по подозрению в серии краж из автомобилей. Ими оказались 24 и 27-летние ранее несудимые жители города, а также 17-летний житель села Ключи Бугульминского района. Во время обыска «Жигулей» 7-й модели и «Дэу Некси», на которых передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили и изъяли часть похищенного. Молодые люди во всем признались и рассказали, что похищали аккумуляторные батареи с грузовиков, начиная с января этого года. Весь товар они сбывали в магазина, а вырученные деньги тратили на собственные нужды. Всего следователи насчитали порядка 20 фактов краж на территории Бугульминского, Альметьевского, Ознакаевского, Лениногорского районов Татарстана. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей. Крупная авария произошла сегодня на пересечении Сибирского тракта и улицы Пионерская. Там, по рассказам очевидцев, трамвай протаранил 3 стоящих автомобиля, ожидающих возможности повернуть налево. По предварительной версии, у общественного транспорта отказали тормоза. Без пострадавших не обошлось. Алина Бережная была на месте спустя несколько минут после происшествия. Прям получилось дочери в ногу. Она прям кричит, прям невозможно. Я думал, все, конец ей уже. Сразу после столкновения испуганные родители вызвали на место врачей. Больше всех досталось девушке, сидевшей на переднем пассажирском сиденье одной из иномарок. Медики оказали ей первую помощь. К этому моменту родственники все еще находились в состоянии эмоционального шока. У меня дочка поврежденная. Смотрите, вся машина в дребезге. Начальнику звоню, она бросает трубку трамвайного депо. Надо с этим разобраться. Еще, наверное, оставят нас крайними. Так дело не. Вот сейчас ей нужно трамбут вести. Колено опухло. По рассказам водителей, на перекрестке стояли 3 автомобиля Kia. Водители хотели повернуть на улицу Пионерская, но не успели, пропускали поток встречных автомобилей. В этот момент их и снес вагон трамвая. У нее отказали тормоза, она ехала прямо. Тормоза отказали, и она ехала, и все протаранила машины подряд. В итоге 3 автомобиля разбросала по дороге, в одной из них находился ребенок. У меня ребенок пострадал. А, не везде его? Да, ребенок здесь, со мной. Сейчас поедем. Вагоновожатая от комментариев отказалась. Она все еще не могла оправиться от шока. Я пока не могу. Степень вины всех участников аварии автоинспекторы будут устанавливать после постановки окончательного диагноза всем пострадавшим. Материальный ущерб также предстоит подсчитать. Но можно предположить, что он будет немаленьким, учитывая, что платить придется как за поврежденные автомобили, так и простой трамваев. Алина Бережная, Ратназипов, Константин Бушуев, вызов 112.
Иномарка на полной скорости въехала в дорожное ограждение проспекта Имашева. Как утверждает ее водитель, все произошло из-за другого автомобиля, который подрезал Фиат и, не останавливаясь, скрылся. Мужчина, уходя от столкновения, резко вывернул руль. Детали происшествия в материале Анны Городновой. Искореженный забор и сильные повреждения иномарки – результат наезда на ограждение водителем автомобиля «Фиат» на проспекте Емашева. Как признался сам мужчина, причиной всему стал другой, подрезавший его автомобиль. Столкновение с ним избежать сумел, но в ту же секунду врезался в забор. Вы подрезал немножко, и все. Все, больше не было. И поэтому вы в забор влетели. А человек, который подрезал, он уехал, получается, Мужчина рассказал, что правил не нарушал и такого поворота события не ожидал. Опечалился, что в этом случае участник происшествия он один. Он же и будет признан виновным. Ремонт автомобиля, восстановление ограждения ему придется оплатить самому. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев, Лиза 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Я доктор Симпсон, а на тебя, мерзавец, сил уже не осталось. Удивительный дом построил Джонатан Свифт. Когда случилось это? Сегодня, как обычно, в 5 часов. Дом, в котором реальность сливается с вымыслом. Сумасшедший великан Глюм хочет сразиться насмерть с рыцарем Ланцелотом. И каждый раз нужно самому определить, что есть истина. Не так, фантазия. Дом, который построил Свифт. Сегодня на ТНВ. Успейте воспользоваться государственной программой «Первый и семейный автомобиль» в Канавто на Мусина и получите выгоду до 203 390 рублей. Канавто, Мусина 37, 230 30 30. Этого мая в центре грибных видов спорта ждем вас на центральный субботник и день посадки леса. Убираем, отдыхаем, приносим.